Всем привет! С вами Андрей Сонар, и сейчас проведу очередную прогулочку по речке, на этот раз вниз по течению. Без лишних слов. Погнали! Спуск крейсера на воду. Вот так вот. Поскольку я сейчас буду сплавляться, а обратно у меня нет никакого желания махать веслом против течения, я взял с собой электрический самокат и обратно вернусь по нормальной дороге. Вот опять в размышлениях, что поставить в качестве разведчика. Я думаю, разведчиком поставлю ту же самую понтуновскую вертушку, которая отлично показала себя как разведчик в прошлый раз. Речка в этих местах мелководная, но, возможно, я спущусь до тех мест, где уже потребуется джиг, чтобы пробить все ямки. Первый трофей – поплавок. Опа. Поклевочка. И кто-то сидит очень небольшой. Вот и первая рыбка. Маленький окушок покусился на вертушечку. Начало положено. Опа. Вот так вот. Вот прямо я его в приглядку, можно сказать, притормозил, и он тут же схватил. Такой наглый окушочек. Сразу на три крюка сел. Но как он умудрился? Ничего. Выпустили малыша. Так, ручка. Кусают. Потом попадаются. Ну, это, понятное дело, окуни кусаются. Вот опять окунь укусил. Бодрый окунишка. И опять бедняга сел сразу на все три крючка. Ой-ой-ой. А, не, я думал, это жабры задеты. Нет, все хорошо. Это оперение у крючка. Окунь хитрец. Завел меня в травку, сам ушел, а травку мне на крючок повесил. О, вот это вот поклевка. Вот это уже борьба. Это уже более интересная рыбка. Даже могу поспорить, кто это. Это судачок. Кстати, вполне пищевых размеров. За сорокет он точно. Ха-ха-ха. Будет мне сегодня ужин. Я сейчас живу в деревне. Пропитания тут в деревне мало. И свежий судачок не помешает. Кусается.
О, догнал таки. Укусил. Не, вот такой идет к мамке. Давай. Так. О, каждым забросом поперли. Еще я брызгал. Вот так вот. Рыба прилипала. Удар на подмотке. О, вот это вот хорошо зашло. Вот это вот вообще здорово. Это вообще даже очень хорошо зашло. Пищевой. Даже очень пищевой. Славный получился сплав. Семейство окуневых не дало заскучать. Хорошо половил. Все, уже за полночь. Надо ехать домой. Устал, но счастлив. С вами был Андрей Сонар. Всем пока.